Наш земляк стал чемпионом мира по боксу среди молодежи. Шахтинский спортсмен Сабыржан Акалыков провел 5 победных боев на ринге в польском городе Кельц. Чемпиона тепло встретили на родине. Подробности далее. Сабыржан Акалыков с 11 лет тренируется в Шахтинске под руководством тренера Александра Насибуллина. Прошедший недавно турнир был самым крупным пока еще в начинающей карьере 19-летнего спортсмена. На первенстве мира в польском городе Кельц Сабыржан защищал честь страны в весовой категории 64 килограмма и взял золото. Сегодня аким города Шахтинск Аскербек Халтонов поздравил чемпиона и его тренера с победой и вручил сертификат на сумму 500 тысяч тенге. Наша гордость, наш земляк, житель города Шахтинск, воспитанник школы бокса города Шахтинск, занял первое место в весе 64 килограмма и стал чемпионом мира среди юниоров. Мы гордимся нашим чемпионом. Поблагодарите низкий поклон родителям, в том числе маме Асель Максатовне, воспитал такого нашего железного бойца с таким сильным стержнем. Этот турнир в Польше молодые мастера спорта кожаных перчаток ждали 2 года, так как в прошлом году из-за пандемии все мероприятия были отменены. Сабыржан провел на ринге 5 боев. Он победил испанца, белоруса, кубинца, индийца. А в финале одержал победу над украинским спортсменом. Родной Шахтинск встретил юного чемпиона большим баннером. Конкуренция там очень большая, казахстанский вес. До этого последние Олимпийские игры, все 69 казахстанцев. Хочу, у меня сейчас будет мечта попасть на Олимпийские игры в 69-24 году в Париже. Сегодня Сабыржан Акалыков зачислен в сборную страны. Он намерен перейти в весовую категорию до 69 килограммов. В начале лета Сабыржан готовится ехать на тренировочный сбор с национальной олимпийской командой. Ирина Григорьева, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал.